только сказать еще, что там Голдот, это имя. Этот человек, национальный герой Афганистана, полковник, заканчивал нас Академию Фрунзе, командовал вот этим спецназом, черный аист пакистанским. И вот на этом переводе он был хозяином. Так что там прозвучит это имя, не удивляйтесь, это местное, там, трудно произносимое, и помните их нечто. Даля, много гор и высоких перевалов, среди них карабон жжет. Мадрида там навалом, а еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов вашу мать. Там кушманский отряд под командой у Булдода, а в них говорят, на ШК и минометы, только нам, парманист, нам на это наплевать, на ШК афганов вашу мать. Только нам все равно, нам на это наплевать, на ШК Афгана вашу мать. Вот ракета пошла, начинается работа, лезем прямо с борта, под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою Афгана мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою Афгана мать. Нас рассвет достает, запыленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем забавших, но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою Афгана мать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою Афгана мать. И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, мы захватим с тобой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою Афгана мать. Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать, лазурит твою Афгана мать.